По поручению главы Дагестана Сергея Меликова при поддержке председателя собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова для ребят из Луганской Народной Республики был организован оздоровительный летний отдых в детском лагере «Солнечный берег» города Избербаша, который находится на берегу Каспийского моря. Юных гостей региона встретили со всем дагестанским радушием. Данное мероприятие позволит показать новым нашим регионам и детям, в том числе, нашей республике и нашей стране, что нам нужно сплачиваться и воедино двигаться одной целью. В рамках мероприятия ребята знакомились с учреждением, а также подготовили для них праздничную программу, в числе которой была и традиционная зажигательная лезгинка. Отметим, что дети из ЛНР приехали в рамках заключенного в январе текущего года соглашения о сотрудничестве между Каспийском и Луганском.